рыцарей и Запорожской областью. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда. Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Но англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт. Организовав взрывы на международных газовых магистралях Северного потока, которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно. Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас в колонии. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов.